Бежит удача и успех, а от тех, кто презирает смех и смотрит нелюдимо. Улыбка каждому к лицу, а бизнесмену и дельцу она необходима. Улыбайтесь, улыбайтесь, широко и беззаботно. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб удачи угодить. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб побольше заработать. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб поменьше заплатить. Чтоб побольше заработать, чтоб поменьше заплатить. Пройду с улыбкой без труда, сквозь дверь закрытую всегда, и сквозь любую стену. И потому-то больше всех помочь в работе может смех, дельцу и бизнесмену. Улыбайтесь, улыбайтесь, если даже неохота. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб на старость накопить. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб побольше заработать. Улыбайтесь, улыбайтесь, чтоб поменьше заплатить. Чтоб побольше заработать, чтоб поменьше заплатить. Чтоб побольше
Папа, ветер. Ну, ветер еще слишком молод, сынок. Придет время, он себя покажет. Дай мяч, дай мяч. Подожди, бесплатно берег умывает поутру, и, конечно, не для денег есть карману кенгуру. Посмотри, как едят мачеха Тима и Эрвин. Это потому, что в долг и потихоньку от своих. Посмотри, как торопятся. Почему на свете лишь царям природы деньги нужны? Ни коза, ни дятел никогда не платят, но платить все время люди должны. Дай ему! Почему-то от чего-то так устроен белый свет. Денег нет, у бегемота и у зайца тоже нет. Теперь все. Не забудь помолиться на ночь. Но-но-но! Не очень. Вот и платит человек. Вот и платит человек, вот и платит человек. Господа, кто не работает, тот и не ест. А? Браво, браво, браво. Габи! Габи, после матча отстоишь в углу. А я, ма, я отстаю или нет, ма? Ох, госпожа Бебер, я бы на вашем месте не дожидалась окончания матча. Госпожа Таллер, наша улица проигрывает. Габи пришла! Все, играем, ребята! Yeah!
это все обходится всегда. Лишь одно меня пугает, лишь одно мешает спать. Вдруг да то, что помогает, перестанет помогать. Может, с нами силой этой заниматься надоест. Вдруг она заклинит где-то или откажет наотрез. А да не вы слышали более дурацкие песни, мадам Бебер? Дома кастрюли пустые, они людей веселят. Поистине, что ты гороховый. Да, стяпы мы, конечно, и рогини мы, и нам любая кажется беда. Невероятно и неотразимою, но как-то все обходится всегда. Кто бы что ни говорил, там выход есть у нас пока. Из любого лабиринта, из любого тупика. Итак, дети, продолжим наш урок. Здорово получилось! Тим Тайлер. Я не сторонник пыльных углов в пыльных классах. Господин! Тим Тайлер, думал ли когда-нибудь твоя мама, что я ее любимый учитель? Господин учитель, послушайте! Я ее любимый учитель! Буду вынужден отправить тебя в пыльный класс. Тебя, ее единственного сына. Господин учитель, к сожалению, это не я. Я был бы счастлив, но у меня никак не получается крик кота. Осел получается, куры и гуси получаются, автомобильный рожок, пароход, чайник, медная тарелка, лошадь, мычайник, ваканье, рев слона, вой волков. Ну, Тим Тайлер, остановись. Ради всего святого остановись. Ну, все получается, только кот не получается. Ну, послушайте. Я согласен. Убеди меня. Покажи вам. Из всех взрывов я признаю только взрыв смеха. Пусть даже и на моем уроке. У отца было очень больное сердце. Тим!
Тим, зайди, пожалуйста, на минутку. Тим, пошли. Мам! Сиди, Тим. Тим, я не знаю, куда ты собрался. Тешка на дорожку. Знаешь, на всякий случай. Мне почему-то совсем не хочется есть, госпожа Бебер. Съешь кусочек, не пожалеешь. Мама, пусть птица помолчит. Что она говорит? Лично я не понял. Понял, понял. Я? Ты, дорогой. Боже мой, как мне с вами скучно. Мама, пришла пора нести его на базар. Я бы не за клетку. Можно? Надорвешься. Что с тобой, Тим? Тебе ведь всегда так нравилось, когда они ссорились. Мне почему-то совсем не хочется смеяться. И я с тобой. Детям туда нельзя, это очень далеко. Значит, я вырасту по дороге. Дети растут, когда спят. Нет, дети растут, когда едят. Возьми сейчас же торт. Но я не могу без денег. Тогда возьми кого-то в долг и съешь потихоньку. Ну, а как это так? Как твоя мачеха. Как моя мачеха? И Эрвин. И Эрвин? Если бы у меня было много денег, я снял бы большую квартиру и давал бы Эрвину столько денег, сколько он пожелает. Но мама могла бы покупать себе все, что захочет. Абсолютно все? Абсолютно. А где ты возьмешь столько денег? Ограблю директора водокачки. Я не хотел, я нечаянно. Ну что, больно? Ну что вы, все равно у меня вот ботинки грязные. Ну что, Тим, поставь на какую-нибудь лошадку. У меня нет денег. Есть. Ты их нашел там, в траве. А детям не разрешается играть на скачках. А ты знаешь почему? Потому что детям всегда везет. Тем более на это здесь смотрят сквозь пальцы. Но я вас совсем не знаю. Зато я все знаю про тебя. Я очень любил твоего отца. Вот оно что! А я, глупая голова, все думаю. Откуда вы знаете мое имя? Не так уж я знаменит в этих местах. Бери квитанцию. Я уже ее заполнил. Верный выигрыш, не бойся. Не раздумывай. Беги, пока не закрыли окошко. Ну, Тим, еще мгновение, и ты прославишься на весь мир.
Ставки сделаны, господа. Кассиры, закройте кассы. Кассиры, закройте кассы. Вы продали билет ребенку, Джованни. Да, мой грех. Но он так сиял, что я ни в чем бы не смог ему отказать. А на какую лошадь поставил этот юный господин? О, у него самый дохлый шанс. Он поставил на химеру. Сразу после старта с дистанции зашли арбалет и зигзаг. Скачку возглавил ампир. На последнем месте химера. Химера! Химера! Химера выходит на четвертое место. На третье. Химера выходит на второе. Дьявол, эта лошадь взбесилась. Нет, химера это талант. Я тебе говорю, что она бешеная. А я тебе говорю, что она талант. Бешеная! Талант! Химера! Первой на финише была химера. Номер один. Да-да-да. А теперь беги домой и никогда не приходи сюда больше. А почему? Ну, хотя бы потому, что детям не разрешается играть на скачках. А разве это не тот ипподром, где на такие вещи смотрят сквозь пальцы? Ха? Ой, небо! Отваживать его отсюда. Ребенку так везет, что лучше войти с ним вдоль. Ну, откуда ты взялся такой, Кришемир, а? Я спустился с высоких гор. А, это я знаю. Ну, зачем ты спустился оттуда, Кришемир? Ну, зачем ты это сделал? Так, 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 снимаю. Так, сейчас вылетит птичка. Внимание. Так. Замечательно. Оп. Опа, птичка! Тим счастлив, Тим богач. А где у Тима денежки, а? Ну-ка. А где деньги? О, момент. Вот они, вот они, вот они, вот они. Как жаль, что я тебя так поздно встретил в этой компании. Почему? Вот деньги, возьмите, они ваши. Эти деньги не твои и не мои, потому что это фальшивые деньги, а фальшивые деньги ничто. Это бумажки. Как? Я их получил в кассе. Естественно, но эти мошенники тебя их подменили. Нет, не может быть, они же фокусники. Не будь ребенком. Я тебя жду в следующее воскресенье. Я, наверное, больше не приду. Придешь. Только теперь я буду умней. Я с тобой заключу сделку. Сделку? Да.
Но это совсем другое дело. А теперь беги! Вон твой трамвай! До воскресенья! Честь, честь! Чтоб ты хорошенько запомнил, какие мы бедные! День рождения Эрвина. Ты у меня поработаешь на семью. Мам, пусть он устраивается на работу. Мне нужен велосипед. Сегодня ты не улизнешь. Что с тобой? В память о твоем отце я тебе дам денег, сколько ты пожелаешь. Мне не надо чужих денег. Лучше устройте меня на работу. Бог знает, что ты обо мне думаешь, малыш. Это же будут твои деньги. Это сделка. Понимаешь, сделка. Я тебе предлагаю способность выигрывать любое пари. Понимаешь, любое. Ну, а я что должен? Естественно. Ты хочешь знать, что я за это хочу? Угу. Я хочу от тебя твой смех. И это все? Значит, ты согласен? Конечно. Тем более он мне, наверное, уже никогда не понадобится. Ты так думаешь? Угу. Тогда контракт. Контракт! Знаешь ли ты, что такое контракт? Контракт – это вечный порядок вещей. Распределение трудов и затрат. И барышей. И барышей. И барышей. И барышей. Не смотри с презрением на листы бумажные. Не смотри с презрением, а имей в виду, что есть контракты важные, 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 есть ужасно важные, важные. И тот, кто их нарушит, попадет в беду. Первое. Этот контракт заключен числа года между господином Четречем с одной стороны и господином Тимом Таллером с другой стороны и подписывается обеими сторонами в двух экземплярах. А что такое обеими сторонами? Так называются участники контракта. Господин Тим Таллер передает свой смех в полное распоряжение господина Четреча. Третье. В порядке вознаграждения за смех Четреч обязуется позаботиться о том, чтобы господин Тим Таллер выиграл любое пари. Этот пункт не имеет никаких ограничений. Обе стороны обязуются хранить полное молчание о данном соглашении. Если ты когда-нибудь расскажешь об этом, контракте, то теряешь право выигрывать пари. А если я... Понятно. Молчать – это значит быть богатым и никогда не смеяться. А проговориться – это снова стать бедным и все равно никогда не смеяться. Молодец. Вам не занимать ума, Тим Таллер. Если господин Тим Таллер проигрывает пари, господин барон Четреч возвращает ему его смех. Но при этом господин Таллер теряет способность выигрывать пари. Тут вот в чем дело. Я знаю, знаю. Если я когда-нибудь проиграю пари, то я получу назад мой смех.
но уже никогда не буду выигрывать. Молодец. Это соглашение вступает в действие с того момента, когда стороны поставят подписи под двумя экземплярами. Я уже подписал. Спасибо, господин Талер. Ну, как ты себя чувствуешь, малыш? А зачем вам понадобился мой смех? Это единственное, чего мне не хватало. Итак, смех мой. Теперь проверим ваш капитал. Это дело чести. Держу пари, что ты сегодня не выиграешь ни одного заезда. Почему? Держу пари. Понимаешь? Пари. Номер 5. Здорово, Тим! Что это у тебя там за пазуха? Такое пузо! Может, там 2 миллиона? Нет, всего одна лошадь. Ну тогда махнем на ней в Гонолулу. Ты, сколько денег. Тим, откуда у тебя столько денег? Ограбил директора водокачки. Тим ограбил директора водокачки. Может, не может, не может, не может, не может, не может другого мнения. Мы видели, видели, видели тени, огромные пальцы. Какое, какое, какое ужасное преступление. И мачеху надо и сводного брата спасать, спасать, спасать. А не то он их всех укокошит. Неправда, 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 неправда. Тим честный, Тим добрый, Тим очень хороший, очень хороший. А деньги, а деньги? А деньги! А деньги, вы видели, сколько их? Заработал так скоро, так может, так скоро. Не раньше, не раньше, не раньше. Ну, скрытно, скрытно, парнишка, и скользким. И все улыбался проклятым и пора. Ай-яй-яй, как долго паришка ходил с нами рядом. На всех, 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 всех опутал притворством и ложью. Неправда, 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 неправда. Тем честный, тем добрый, тем очень хороший. А деньги, а деньги! Откуда так много? Смеялся, имея в кармане беда. Он украл, он украл, он, конечно, украл. Я был беден, но весел, не ныл и не охал. Он их заработал, но просто умора. Богат я, но что-то не так здесь, не так. Кто бы что ни говорил, там он, конечно, и украл. Мне обидно и страшно, мне горько и плохо. А деньги, а деньги, а деньги, а деньги! Явился. Я тебе сейчас... Ну, пойдем домой. Пойдем, пойдем домой. Пойдем.
где деньги? Где деньги? Ну, давай сюда деньги. Давай сюда деньги. Подлец. Здесь же сотни. Здесь же сотни. Здесь же сотни. Ой, сотни. Богачевый директор водокачки. Сотни. Я не директор водокачки. Пустите. Где взял? Директор водокачки. Директора водокачки никто не грабил. У них ни копейки не пропало. Не вмешивайся в мою жизнь, пожалуйста. Это не твои дела. Мои! А вот мои! А директора водокачки никто не грабил. А директора водокачки никто не грабил. Домой! А у них ни копейки не пропало. А у них ни копеечки не пропало. Мари, домой! Тыща! Так, откуда у тебя столько денег? Я нашел 5, 10 марок. Я пошел на ипподром. Я хотел купить Эрвину велосипед. Не ври! Так не бывает! Никто никому никогда не хочет купить велосипед. Я думал, что выиграю для нас немного денег. И тогда я поставил на фортуну. И выиграл. Все. Выигрыш на скачках, шальные деньги. Ну и счастье вам привалило. Эти деньги не заработаны честным трудом. Не расстраивайся, Тим. Никто не поверил, что ты мог украсть деньги. А выигрыш? Ну, с кем не бывает. И хорошим людям может повезти, ну? Ну, Тим идет на Свободородский ипподром. Габин! А детям туда нельзя. А почему? Замолчите! Я ненавижу вашего Тима Талера! Габин! А почему? А потому что он озверел со своими деньгами. Тим не озверел, видишь? Он совсем не озверел. Бедный Тим. Не случилось ли с ним что-нибудь неладное без родителей? Ты, наверное, поставил на жребие, малыш. Откуда вы знаете? Если бы я знал, я бы не спрашивал тебя об этом. Я бы знал, ведь правда? Ну, тогда вы угадали, я поставил на жребие. Мам! Он поставил на жребие! Я так и знала. Его отец все делал наоборот. На кого ты поставил? Мадам, а вы знаете, что детям не разрешается играть на скачках? Этот мальчик со мной. Этот тоже. Первым на финише был жребий. Номер второй. Тим!
Талон. Талон. Прошу. Мадам, а вам не нужен импресарио? Не нужен. Если ты когда-нибудь расскажешь об этом контракте, то теряешь право выигрывать пари. Выигрывать пари. Держу 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 пари. А лягушка смешная? Наверное, смешная. Хохочешься. Что же ты не хохочешь? Ну ладно, передай привет госпоже Бебер и... И Габи. Тим, постой, не уходи. Подожди. Смотрите, что тебе Габи нарисовала в подарок. У тебя же сегодня день рождения. Ну, улыбнись. Вот видишь, ваш старый дом. Ладно, скажи ей, что я приходил попрощаться. Всю жизнь служу я доброму и светлому, всю жизнь полна стремлением одним. Но хвастаться нескромно, и поэтому давайте о другом поговорим. Прошу, друзья, вас искренне ответить на тот вопрос, что я сейчас задам. Кто все добрее, кто щедрее на свете? Конечно, вы, мадам!
я мачеха, зато какая мачеха. Добра неотразима, молода. Счастливее, где видели вы мальчика? Нигде и никогда. Такая я, что сделаешь, такая я, и как с душой своею не борюсь. Все время голодранцам помогаю я, и, видимо, на этом разорюсь. Прошу, друзья, вас искренне ответить на тот вопрос, что я сейчас задам. Кого из нас всех больше любят дети? Конечно, вас, мадам! Я мачеха, зато какая мачеха! Вы матери добрее вместе раз! Мне кажется, друзья сейчас заплачут. Не плачь, не плачь, не плачь! Ой, что ты делаешь? Что такое, мальчик? Что такое? Я тебе уже сказал, не вмешивайся ни в свои дела. Это не для девчонки, понимаешь? Если я тебя еще раз увижу... Только рыжих мне еще и не хватало. Куда же мы с вами едем на ночь глядя? На вокзал. Этот трамвай не идет к вокзалу, это я знаю точно. Я сам еду на вокзал. Держу пари, что этот трамвай идет к вокзалу. Ты проиграл пари. Даже не успев его заключить. Ведь это девятый. Угу. А он еще никогда не шел до вокзала. А я держу с вами пари. На что же мы будем спорить? На железнодорожный билет до любого портового города. Ну, малыш, тебе незачем было спорить. Я как раз тоже еду к поезду. У меня два места. В двухместном купе. А господин, который должен был ехать со мной, задержался. Так что ты составишь мне компанию. И все-таки мне бы хотелось заключить с вами пари. Ну, раз ты такой спорщик, господин Риккерт. Тим Тайлер. Ой, какое у тебя замечательное имя. Оно звучит, как звон монет. С некоторых пор мне не нравится, как они звенят. О! Вагон в порядке исключения пойдет к вокзалу. На нашей линии авария. Извините за техническую неполадку. Черт побери! Тим Тайлер! Ловко! Ловко! Ну, хитрец, признавайся.
Ты ведь, наверное, слышал, что на линии авария. Ну? Ну? Ваше купе, прошу вас. Этот мальчик сам. Багаж. А что, господин барон не едет? Тим! Ну что ты там? Проходи. Располагайся. Сам барон Треч ездит в этом купе. Тебе нехорошо, Тим? Ты так побледнел. Ну, это, наверное, от того, что не просто одному уехать из дома. А почему так случилось? Если, конечно, не секрет. Я должен найти одного человека и вернуть то, что я потерял. Ты отменный дипломат. А мама про это знает? У меня нет родителей. А-а-а. Ешь. А этот барон, наверное, очень богат? О, чудовищно. У него свои предприятия во всех частях света. Вот пароходство, которым я заведую, тоже принадлежит ему. А где живет этот барон? Этого никто не знает. Сегодня он может быть в Гамбурге, завтра в Сан-Франциско, а послезавтра в Гонконге. Где хочет. А вы его очень хорошо знаете? Нет, никто его хорошо не знает. Он как хамелеон, он все время меняется. Вот я, например, никогда не видел, чтобы он улыбался. А вчера он хохотал, как мальчишка. Устроить меня на работу? Да, конечно. Мальчиком в кают-компанию. А потом юнгой. Если тебя это устраивает. Или тебе не нравится мое лицо? Нравится. Даже очень нравится. Ну, а что с тобой? В такой интересный день ты ни разу не улыбнулся. С тобой стряслась какая-нибудь беда? Ну, что? Мальчики, Тимчик, Христианчик, я что-то для вас придумала. А это Эмма. Она как голубой крокус, который никогда не переставал цвести. Ну, Тим, держись. Где ты его раскопала? Осторожно. Эмма, не поворачивай. Умоляю. Куда? Эмма! Опять? Эмма! Эмма! Эмма, Эмма, дорогая, вы все-таки... Не девочка, а какое это имеет значение? В мое время все катались на таких велосипедах. И моя мама, и моя бабушка, и тогда это не имело значения. А теперь? Теперь что случилось на белом свете? Разойдись! Эмма! Подожди, там впереди озеро. Туда. Эмма. Ну что, он смеялся? Нет. Нет. С ним стряслась какая-то беда. Как ему помочь? Ну, хорошо. У меня есть еще одно средство.
Тим, поди сюда, дорогой. Где ты спрятал свой смех? Ну-ка, открой рот и покажи горлышко, где он у тебя там застрял, а? Мой смех разгуливает по белу свету. О, мальчики, мальчики, гусь. Гусь приклеюсь, как возьмусь. О, это очень смешной спектакль. Христиан, за мной. Бедная маленькая принцесса никогда-никогда не смеялась. Мой отец. Мой единственный старый отец. Папа. Папа, сейчас. Отец. Дочь моя. Что с тобой? Говори. Что? Ну, ты сделал все, чтобы я смеялась. А, да. Но. Что но? Ну, вы. Да что вы, безо всякого успеха? Безо всякого успеха. Ой, я бедный отец! Ой, я бедный отец! Если бы кто-нибудь рассмешил принцессу, я тут же отдал бы ее ему в жены! Полкоролевства! И полкоролевства! Что полкоролевства? Предать! И король, как обычно, отправился в свой королевский бассейн. Но пока он там плавает, мы с моим другом гусем примемся за дело. Эмма, умоляю тебя. Детство, детство, ты всего дороже мне. Твой каждый день и памятен и мил. Лишь в детстве может быть, лишь в детстве может быть таким прозрачным и беспечным мир. Лишь
Лишь в детстве солнце так ярко светит, и в беззаботные эти дни должны смеяться дети, должны смеяться дети, наплакаться успеют и взрослые они. Почаще поглядывай на них, Тим, и думай, придет время, и все будет хорошо. Поцелуйте за меня руку Эмми, я постеснялся. Она что-то положила в рюкзак, так что осторожнее его открывай. От нее всего можно ожидать. Ай-яй-яй! Ай-яй! Малыш! Алло! Пустите! Пустите, говорю! Отпустите! Пропустите! Больно! Пойми, больно! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так тебе надо! Ты еще кусаться? Пошепчи, пошепчи у меня! Господа! Господа! Он оторвал ребенку ухо! Вот она, совершенно оторвана! Вот, посмотри, вот она, совершенно оторвана! Посмотрите! Вот она, совершенно оторвана! Ну-ка, покажи, что у тебя? Да будет вам переживать за меня! Но если мне оторвут все уши, я уйду с этим пароходом! Тихо! Слышите, вы слышите, рыдаю. Я клянусь вам светом солнца и луны. Это плачут тигры, львы и попугаи, крокодилы, бобабы и слоны. Мне и грустные из нор не вылезают, обезьяны на бананы не глядят. Зебры плачут черно-белыми слезами, и кокосовых орехов не едят. Ветры легкие не дуют, птицы в небе не летают, сохнут джунгли, чахнут джунгли, ветви грустные слоня. Это Африка тоскует, это Африка рыдает, это Африка не может без меня. Ветры легкие не дуют, птицы в небе не летают, сохнут джунгли, чахнут джунгли, ветви грустные слоня. Это Африка тоскует, это Африка рыдает, это Африка не может без меня. Тихо! Там плачет прирученный мною в детстве бегемот. Вы должны меня с собой взять, а иначе заколдую пароход. Вы толкаете меня на злое дело, не возьмете, я такого натворю. Тетя на 3 килограмма похудела, о родителях уж я не говорю. Ветры легкие не дуют, любезно приглашает потерявшегося ребенка пройти на пароход. Я тебе покажу, бродяга. Что с тобой, Тим? Кажется, меня уже начинают преследовать кошмары.
Хотел бы я знать, что за сделку заключил с ним барон. Ой. Ой. Ой, дьявол, возьми. О! О! Мамочки. Дьявол, возьми эти прихмахерские, которые не красят, не завивают детей до 16. Эй, Стюарт, где тебя там носит? О! Не смейте драть мои уши! Не подходите, не троньте меня! Ну, надо же так носиться со своими ушами. Какой-то дурак гидрант вывернул. А, Стюарт, я тебя заждался, дорогой. Что принес вкусненько? Эй, Кришемир, посмотрите-ка хорошенько на эту луну. М? Не чудится ли вам, что она подсмеивается над нами? М? Да. Сегодня луна веселая, будто у нас высоко в горах. Джонни, ты не видел Тима? А вы имеете в виду этого злого маленького стюарда? Грустного маленького стюарда. Злого, грустного, не имеет значения. Дети должны смеяться, вот это я знаю, наверное. Да. И за это вы дадите мне миллион? За такую ерунду? Ты съешь вот эту сардиночку и успокойся. Ну, конечно, не только за это. Ты еще будешь чистить мою одежду и обувь. И за это миллион? Нет, не только. Ты еще будешь петь и танцевать здесь по вечерам. И за это целый миллион? Ну, хорошо. А сколько ты хочешь? А зачем надо следить за Тимом Тайлером и втираться ему в доверие? А? Он что, вор? Что он своровал? Интересно. Я тебе даю миллион и половину его за то, чтобы ты больше никогда мне не задавал таких вопросов. О, в таком случае эта сделка невозможна, мой господин. Ответьте хоть на один вопрос и возьмите свой полмиллиона назад. Понимаете, любопытство меня погубит. Я не смогу на вас работать со спокойной душой. Значит, ты не любишь своих друзей и родных, если не хочешь, чтобы они разбогатели. Тогда уходи. Считай, что сделка не состоялась. Я не люблю родных и друзей. Ничему, нигде и никогда. Но если к другу моему нагрянет вдруг беда, я без дороги напрямик на помощь прибегу. И все на свете в этот миг сумею и смогу. Не всех на свете я сильнее и умнее, но другу я во всем всегда помочь сумею. Не всех на свете я сильнее и умнее, но другу я всегда во всем помочь сумею. Похоже, что кто-то отстаивает свою правоту. Старинный друг мой дикобраз, когда в лесу гулял, залез на пальму как-то раз и там в дупле застрял. Застрял и все, ни вверх, ни вниз, и рядом никого. 3 дня я эту пальму грыз, но выручил его. Не всех на свете я сильнее и умнее, но другу я во всем всегда помочь умею. Не всех на свете я сильнее. Помочь сумею.
вы, барон, подумали? Ой! Шутки в сторону, барон. Я буду работать на вас ради моих друзей. Как вы очутились на этом пароходе? Судьба, мой господин. Пройдемте на палубу, господин Кальшемир. Это же куром насмех, что вы уверяете меня, будто попали на этот пароход совершенно случайно. Каждый волен изменить свою профессию, барон. Даже если вам в голову пришла такая фантазия, это не значит, что вы должны наниматься именно на этот пароход. Никто не может мне этого запретить. Хотите миллион, чтобы сойти на первый пристань? Нет, барон. Деньги ничего не стоят. А почему малыш Тим стал мрачен и угрюм, словно больной одинокий старик? А какой такой малыш Тим, не понимает? Перестань. Я доищусь, что за сделку вы заключили с мальчиком, барон. А теперь? А теперь я вам еще раз предлагаю миллион, чтобы вы убрались с этого парохода. И еще раз нет, господин барон. Я никуда не уберусь с этого парохода. У нас высоко в горах не бросают детей в беде. А, посмотрим. Тим! Держи. Тим. Вот. Ничего. Вот так. Намочи полотенце. Ничего. На. Да. Вот. Надо переодеть его. Ага. Откуда это у него? Наверное, это положила ему старая леди, которая каталась на старинном велосипеде. А? Какая леди? Эмма Рикер, из дирекции пароходства. Откуда тебе это известно? Так было написано на табличке их дома. Где барон? Зачем он тебе, малыш? Что ты хотел получить от него? Что он должен отдать тебе? Мой... Что? Нет, нет, ничего. А что тебя связывает с Рикертом? Гузик, гусь, приклеюсь, как возьмусь. Что? Ha ha ha!
Кашемир заболел, малыш. Но ты за него не беспокойся, приступ аппендицита. А от этого в наше время не умирают. Где он? Где он сейчас? Неподалеку от нас оказался патрульный катер, он его отвез на берег. А ты что, разве не слышал, как смолкла машина? Нет. Вот почему я видел барона в иллюминаторе. Ты видел барона в иллюминаторе? Это тебе пригрезилось. Давай-ка раздевайся и ложись здесь спать в уголке. Летающий трамвай. Спи. Опять тебе что-то примерещилось. Нет, рулевой, это совершенно точно. Есть летающий трамвай. Давайте спорить. Ерунда, выдумки. Утром мы с вами его увидим. Ну так как, спорим? Даже если бы ты со мной поспорил на миллион, ни за что бы не поверил. В таком случае вы можете спорить безо всякого риска. Я с тобой поспорю. Ты тут же уляжешься и закроешь глаза. Честное слово. Матросы, знакомые матросы. Матросы. Подъем! Тим, скоро повар тебе пора на работу. Черт возьми! Я, кажется, схожу с ума. Ты был прав, Тим. Летающий трамвай есть. Это был просто мираж. Я проиграл. Ты словно рад, что проиграл. И все-таки ты выиграл, Тим. Ведь мы же с тобой спорили о том, увидим ли мы хоть один летающий трамвай, а не о том, есть ли они на самом деле. А ведь мы их видели. Нет, ну, во всяком случае, я. Так значит, я все-таки выиграл. Вот хорошо. И взбрело тебе в голову заключить со мной такое дурацкое пари, Тим. Тебе часто так везет в спорах? Да, я еще не проиграл ни одного пари, я выигрываю любое. Ой, только не воображай чересчур много, паренек. Есть такие пари, которые выиграть просто невозможно. Например, назовите мне хоть одно. Но, пожалуй, я знаю одно пари, которое тебе ни за что не выиграть. Я согласен держать с вами это пари, рулевой, даже не знаю, о чем оно. Ну уж, раз ты решил проиграть, пожалуйста, спорим. Только ты наверняка со мной пойдешь на пари, Тим. Наверняка. Тогда держи со мной пари, что еще сегодня вечером ты станешь богаче, чем самый богатый человек на Земле. А? Значит, богаче, чем барон Треч? Вот именно. Спорю, что еще сегодня я стану богаче, чем барон Треч. Ну ты, малыш, просто того. О, Юнга, что вы здесь делаете? А я его позвал, чтобы он мне принес чашку кофе. Слишком много чести, рулевой. Вы что, не слышали сообщения? Тебя зовут... Вас зовут Тим Талер. Да, господин капитан. Вы лично знакомы с бароном Третьим? Да. В таком случае, позвольте мне зачитать вам радиограмму. Барон Треч умер. ТЧК. Единственным наследником назначается Тим Талер, ТЧК. Брат-близнец покойного новый барон Треч принимает опекунство до совершеннолетия. Пароходство Треча Феникс, ТЧК, главный директор Грандиц. Барон умер. Значит, я навсегда остался без... Навсегда. Тим! Директоры Грандиции, я счастлив поздравлять вас, Перс. От имени фирмы и меня. О, такой богатый в один маленький минутка.
О, это чертовски не так легко. Теперь я пересаживаю вас на катер, сеньор. На какой катер? На какой катер? Он должен мне миллион! Ты что, собрался улизнуть? Он мне должен миллион! Ты что, взбесился? Да, барон мне обещал миллион. За что? За гусь-гусь приклеюсь, как возьмусь. Возьмите его с собой, фирма должна с ним рассчитаться. Вот так. Запомню, жду тебя сегодня ровно в 8 в кабачке трех морей. И делай вид, что тебе нравится быть богатым. Да здравствует господин Рикер, дед из самого прекрасного проходства на земле! Ура! Господину Рикерту! Отдыхайте. Прекрасно. Должен вам сказать, что последнее ваше пари просто блеск. Примите мое уважение, господин Тайлер. А по совести говоря, вы хотели проиграть или выиграть? Мне бы было очень интересно это узнать. Чаще всего пари заключают, чтобы выиграть. В таком случае, это превосходная находка. А наш контракт еще действителен? Ведь я его заключал с первым бароном Тречем, а не с его братом-близнецом. Вы заключали контракт с Че Тречем. Меня зовут Чарльз Треч. Тогда я себя называл Чезаре Треч. И в тот раз, и в этот раз Че Треч, мой маленький друг. Но раз нет никакого брата-близнеца, кого же тогда похоронили вместо вас? А, одного бедного пастуха, у которого не было никаких родственников. Моя главная резиденция находится в Месопотамии. Вот там ему и устроили пышные похороны. Жаль, что я не мог доставить себе удовольствие побывать на собственных похоронах. Да. Вы живете чужим трудом, смеетесь чужим смехом над теми, кого грабите и обманываете. Даже хоронят кого-то вместо вас. Разрешите мне, в свою очередь, высказать вам свое невосхищение. Извините меня, пожалуйста, за люстру. Я хотел попасть в паука. Пустяки. Нам просто поставят в счет стоимость этой люстры. Почему же нам? За люстру, барон, заплачу я. Боюсь, что это кажется невозможным, мой милый. Вы ведь еще не достигли совершеннолетия. Поэтому не можете распоряжаться своими средствами без своего опекуна. А ваш опекун? Барон Треч. Разумеется, вам будут давать деньги на мелкие карманные расходы. И вам, барон, приходят в голову блестящие идеи. Разрешите мне теперь переодеться. Я хотел бы остаться один. Оказывается, вы способны на большее, господин Тайлер. Поздравляю. Всегда к вашим услугам. Кто к нам пришел? Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь. Боже мой, христианчик, кто к нам пришел?
Дорогой господин Ричард, барон умер, теперь я его наследник. Свяжитесь, пожалуйста, с рулевым дельфина. Его зовут Джонни, он все знает. Какой-нибудь выход. Только, пожалуйста, не пишите мне. Что, пишите личные письма, господин Таллер? С этим надо быть поосторожнее. Впрочем, в вашем распоряжении имеется секретарь. Если мне понадобится секретарь, я его позову. Ого! Неплохо прорычал юный лев. Рюкзак поставь туда. Благодарю вас. S'il vous plaît. Выпей коктейль за здоровье миллионера. Молочный. У тебя много будет работы. Пока не прибудет наша свита, ты полностью отвечаешь за безопасность господина Таллера. Какие будут распоряжения у господина? Яхта, бридж, Рио-де-Жанейро, ипподром. Я прошу вас приготовить мне к 20:00 костюм для прогулки. На совещание концерна. Один маленький улыбка, ну один, пожалуйста. Что он говорит? Он говорит, чтобы вы... Один ваш смех, одна улыбка, ну. Вы устроили себе нелегкую жизнь, господин Таллер. Слишком поспешно заключив пари. Господа! Господа! Мое наследство слишком тяжелая ноша. И я не знаю, что мне делать, плакать или смеяться. Разрешите мне подождать. И со смехом, и со слезами. Браво! Сколько там пробило? Семь. Сколько? Семь. Простите. В чем дело, господин Таллер? Мне нужно выйти. А, понимаю. Извините, господа. Господин барон! Господин барон! Наследник? Господин Таллер! Господин Таллер! Куда? Что такое? Что случилось?
Пустите меня! Отпустите руки! Браво, браво! Ах, вот что! Что? Измена! Я давно это подозревал. Еще тогда, а? До отъезда. Вот почему. Барон преследует странные дела. Слушай, отстань. Чем-то нужно был здесь, здесь, здесь. В моих руках. Барон, я не виноват. Они помогли на берегу бежать. Вот туда. Это не мы, это он. Это не мы. Слушайте, надо бежать совсем в другую сторону. Куда? Вот он. Ну, подожди. Стой. Подождите меня! Смотри! Джонни. Почему, Тим? Никогда. Ни про что. Ну, ладно, буду. Ну, если ты рассердился за смех, так это ж ерунда. Я самого ненавижу. Улыбочки, улыбочки. Джонни, время. Барон поймет, что я уходил. В любом порту и в гавани любой, зимой, весной, осенью и летом, всегда найдется парень, что с тобой на чем-нибудь когда-то плавал где-то. Во всех портах встречался он со мной. И если в ад судьба меня забросит, там и... Вот это письмо передашь господину Рикерту. Я боюсь отправлять его почтой. Найди Кришемира, он все знает. А что знает Кришемир, а? А что я сам могу сделать для тебя, малыш? Найди Кришемира. Матросик, знакомый матросик, матросик веселый такой. Иду на пари, что я никогда не найду Кришемира. Иду на пари, что ты его найдешь. Это за мной. Люди барона. Ребенка! Ну-ка,
катится! Жаль, что мы не у нас в Африке, господа. Там это умеют делать по-настоящему. О, господи! Никогда еще не было такой дьявольской работы. Отдает. Фу, гадость. Видел бы барон, что это была за погоня. Не ушиблись. Ему мягко, он же в бинтах. Ну-ка. А сколько тебе платит, барон? А что ты так наглеешь с каждым днем? Еще? Миллион. А ну-ка, повтори. Миллион. А почему? А потому что меньше мне не надо. Тебя наняли следить за нами. Сознавайся. Он засек тебя за этим делом. А? Нам здесь не доверяют. Правильно? Берем расчет. Да как же вам доверять? Вы ходили с наследником в кабачок. Мы? Да, вы. И ты уже успел донести об этом боссу? А, не подходите, не троньте меня! А-а-а! Барон! Где? Где господин Талер? Господин барон, измена! Они похитили наследника! Он был в моих руках! Он был здесь! Посмотрите хорошенько! Господин барон! Это измена! У ребенка закружилась голова. Это не детские деньги. Не детские? Где сейчас господин Талер? У себя. Где он был? В кабаке Дальних морей, господин. С кем? С вот этим вот. Прикройтесь. И запомните, вот этот рулевой Джонни отныне списан из кораблей нашего пароходства. Иди сюда. И не забудьте стереть эту чушь. Барон смеется, а Тим выигрывает все пари. А вдруг наш мальчик проиграет пари? Вот. Да, начало 15-го столетия. Помню. Помню, какие тут были витражи. А ты обрати внимание, сколь это величественно. Человек, входящий в этот храм, чувствовал себя ничтожеством. Здесь все продумано до мелочей. Да, кстати, господин Тим Талер, вы не заметили на вашем письменном столе новую промокашку? Нет. Напрасно, на эти мелочи следует обращать внимание. Если старую промокашку подержать перед зеркалом, на ней можно свободно прочитать текст письма господину Рикерту. Надо лучше относиться к своим друзьям. Они вас любят. Что случилось с Джонни? Да ничего особенного. Он работает в доках. Как в доках? Так, в доках. А меня это нисколько не огорчило. Напротив, с тех пор, как я приобрел ваш смех, я ничего не принимаю близко к сердцу. Он приносит мне облегчение. Да. Да, кстати, я прошу вас принять участие в тайном совещании нашего концерна. За последнее время акции несколько упали на бирже. Наши с вами акции, господин Талер. Почему?
потому что юный наследник не улыбается. Почему? Мне думается, что наш юный компаньон не одобряет методов нашей фирмы. И это уже известно всему миру. Потому что самый счастливый мальчик на свете из маленького переулка не смеется никогда, нигде и ни на одной фотографии. Об этом уже всякое говорят. Знаете, фирма начинает вызывать подозрения. Как же я могу смеяться, когда... Так сколько мы заплатим нашему партнеру за улыбку? Ну зачем же вы так грубо? Смех не товар. Смехом не торгуют. Господа, я беру решение этого вопроса на себя. Надеваю этот свитер. Так. Ну, перестань баловаться. Вот. Стой. Так. Так. Смотри сюда. Вот. Очень хорошо. Так и стой. А теперь повторяй за мной. Я беру взаймы мой смех только на полчаса под залог моей жизни. Я беру взаймы мой смех. Нет, лучше по частям, так тебе будет легче. Я беру взаймы мой смех. Я беру взаймы мой смех. Только на полчаса. Только на полчаса. Под залог. Под залог. Моей жизни. Моей жизни. Вы как игрушка в кукольном театре. Эй, барон, вы не уснули там? А. Это и есть та газетная улыбка, которая нужна вам, чтобы еще раз всех обмануть? Вы ее не получите. Идите на место. Не пугайте. Вы проиграли! Хватит! Больше вы меня не увидите! Назад! Ай-яй-яй-яй-яй! Тим Тайлер! У вас слишком разыгралось воображение, Тим Тайлер. Но вы сами этого хотели. Зато мы сняли 100 фотографий смеющегося мальчика вместо одной. На, получи. Вот. Фу, дрянь. Вот тебе, вот. Получи. На, дурак. Алло. Кто у телефона? Барон? Тим, это я, Джонни. Джонни? Это я! Тим, крыша мир знает, как... А, это ты, любимец публики. Опять шаришь по моим вещам.
Ты что, собираешь коллекцию промокашек? Каких промокашек? Лучше бы ты ходил в школу в своей Африке, чем заниматься таким негодным промыслом. А ну убирайся отсюда! Не уберусь. Вылетишь как миленький. Или, может, господин шпион, вам надо заплатить? Сколько? Миллион? Два? Сколько у вас там платят доносчикам? Тим! Нечего притворяться ягненком или здесь крокодиловые слезы. Я ненавижу тебя, предатель. Что я тебе сделал? Ты зарабатываешь деньги, а всем моим друзьям грозит беда. Кришемир чуть не умер, Джонни уволен. Что будет с господином Рикертом из-за твоей промокашки? Господин Рикерт уволен, мой господин. Как уволен? По вашей вине, мой господин. Думай, что говоришь! Я думаю, что если бы ты, Тим Талер, не шатался тогда по ипподромам, господину Рикерту не пришлось бы терять работы. Неужели ты так ничего не понял, Тим? Поздравляю. О, извините, господин Тайлер, я, кажется, вторгся в ваши личные дела. Как раз по этому случаю, по случаю дня вашего рождения, я приглашаю моих юных друзей на маленький бал. Дорогой Тим, сегодня я хочу сознаться при свидетелях, что за последний год вы мне доставили много радости. Встреча и общение с вами делают меня моложе. Но меня беспокоит ваше душевное состояние с того дня, как вы стали миллионером. Может быть, это... Это бывает. Миллионерам быть тяжело. Господин барон. Не продолжай. Я хорошо читаю ваши мысли, вы это знаете. Вам хочется восстановить в должности господина Рикерта. Да, и не только. Естественно. Ровно через год я вам это устрою. Начиная с сегодняшнего дня, в ваших руках будет сосредоточено большинство акций нашего пароходства. И я надеюсь, что через год, когда мы с вами вернемся, ваши друзья еще будут живы и здоровы. Когда мы с вами вернемся из кругосветного путешествия. Это мой подарок вам ко дню рождения. А теперь примите мои поздравления и ложитесь спать. Самолет вылетает на рассвете. Мальчики! Мальчики, наконец-то, вот, они возвращаются. Подумать только, наш Тим объехал весь земной шар. Сегодня решающий день. Джонни уже в аэропорту, и самолет приближается к нам. Ты сочинила записку? Ой, христианчик, я даже выучила ее наизусть для верности. Я надеюсь, мадам, вы не съели оригинал в целях конспирации. О! Прибудь в гусь, гусь приклеюсь, как возьмусь. Что ищешь, да путь. Путь проще, чем ты думаешь. Знакомый шофер караулит дом с часами. Дожди с черного часа трамваев. Путь прост, но выбирай черный ход из-за дворки. Доверься нам и приходи. Итак, господин Тайлер, завтра решающий день. Истекает срок нашего договора относительно господина Рикерта. Если до завтрашнего дня
вы не установите контакт с вашими друзьями, то господин Рикерт снова будет назначен директором пароходства. А если... Господин Рикерт должен снова стать директором пароходства. Он, значит, наш договор остается в силе. Пункт второй. Он касается вашего смеха. Так что же с моим смехом, барон? Вы добровольно отказываетесь от встречи с тремя единственным на свете людьми, которые знают о нашем контракте. И, возможно, могли бы дать вам полезный совет. Что это означает? Может, вы научились за последний год выше ценить власть, богатство, красивую жизнь, чем такую безделицу, как смех. Тогда я вам предлагаю дополнительный контракт. Consent Age Company провел экстренное совещание. Результатом вашего путешествия акции компании резко падают. Пресса подняла шумиху вокруг смеха наследника. Точка! Совершенно секретно, господин барон. К штурвалу! Уйди! Нет, нет, мальчик из переулка. Я никогда не отдам тебе смех, даже если весь мир будет отнимать его у меня. Как бы я хотел вас уничтожить, господин Талер. Убить, чтобы никто никогда не видел вашего лица. А ваш заброшенный замок в Месопотамии? Передавайте. В связи с непредвиденными обстоятельствами посадка отменяется. Держим курс в Месопотамию. Что случилось, господин барон? Ровным счетом ничего, Тим. Думайте о своем. Аэродром! Под нами аэродром! Почему мы летим мимо? Где? Где? Поскорее машину, господин барон! Постарайтесь избегать центра города! Хорошо, господин барон. Это измена! Теперь вы убедились, кто подсунул самолет? Бешеный баллон! Ток, ток, ток! А? Быстрее! Хорошо, хорошо, господин барон. А здорово это у вас получилось, как в сказке. Гусь-гусь приклеить, как возьмусь. С благополучным прибытием!
До свидания. Знакомый шофер караулит дом с часами. Дожди с черного часа трамваев. Путь прост, но выбирай черный ход из отворки. Доверься нам и приходи. Отказ от акций голландского пароходства. С нами расторгают договор рыбаки о падении нефтяных акций. Китай закупает огромную партию веселящих конфет Эмталя. На бирже паника. Прошу прощения, господа. Что такое гусь, приклеись, как возьмусь? Это африканское жаркое. Это приготавливается так. Берете гуся, такого, нет, вот такого. Как себя чувствуете, господин барон? Отвратить, да. Не могу пошевелиться. Голова. Руки. Ноги. Тяжелый какой. Вот. Алло, да? Вас, господин барон. Отвратительно. Я не могу пошевелиться. Не буду вас утомлять. Выздоравливайте и будьте осторожны. В этом вы можете быть совершенно уверены, господин Тайлер. Закажите самолет в Месопотамию. Василками! Не согласитесь ли вы разыграть небольшой спектакль? Ровно в половине 12 ночи. А что нужно делать? Тут поблизости одной двери стоит шпик. Ну как же, знаю. Возьмите это письмо и сделайте так, чтобы шпик его заметил и пошел за вами. Надо задержать его минут на 5. Есть такое дело. Я тем временем смогу с ним поторговаться. Все будет окей. Желаю удачи. Спасибо тебе. Теперь ты от меня не уйдешь. Я тебя отведу к барону с этим письмом. Ты что плетешься, Леви? А что? С ума сошел! А что? Ничего не знаешь! А что? Дело пропало! Да! Молодец! Так и доложу барону. Что стоял? Этот спит. Почем я знаю? Проверь сам. Все дети спят. А я, дьявол возьми барона, должен проверять караулы. Спит. Проверим. Угу. Измена! Измена! Беги!
скорее. А? Ищите такси с номером 281313. Ага. Как найдете, немедленно сообщите мне. Гусь, гусь. Быстрее, быстрее! На место! Тим! Джон! За тобой следят. Поехали, потом расскажу. Чувство, словно за нами наблюдают. Но ведь это только чувство, понимаешь? А где Кришемир? Помолчи, Тима, очень тебя прошу, помолчи. Я тебе не море. Не бойся, вылезай. Скорее. Тормози! Тормози ты! Давай руку, Тима, назад! 28, 13. Спасибо! Вперед! Что случилось, Джонни? Нас все-таки преследуют! Молчи, Тим. Береги дыхание, мы выиграли время. Этим надо воспользоваться. Тут же исполняй, что скажет тебе Кришемир. Дай руку, Тим. Держи со мной пари, что ты не получишь назад свой смех. Быстрее! Стойте! Держу пари, что ты никогда не получишь назад своего смеха, Тим. На один грош. А я держу пари. Стойте! Не слушай его, продолжай. А я держу с тобой пари, Кришемир, что верну назад мой смех на один грош. Ну что, Тимталь, поставил на фортуну? Ну что ты? Эх ты, а еще гусь-гусь. Как? Гусь-гусь? А? Барон, вам нельзя здесь сидеть. Вы простудитесь. На что вы спорили, господин Талер? На грош, барон. Болваны! Вы могли спорить на все мое состояние! Спасибо вам, барон, за все, чему вы меня научили.
беде назло. Все прощалось, ты сходила, удавалось тебе зло. Выход есть у нас, пока. Из любого лабиринта, из любого тупика. Ну и пусть заклинит где-то, ну и пусть откажет чуть.